друзья! Только что вы слышали волшебные звуки челесты. Каждый раз мелодия «Серенада весне» композитора Татьяны Смирновой открывает наши музыкальные встречи. И сегодня, как и все 30 лет в этом доме, вас приветствует композитор и пианистка, автор программ и ведущая, заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского Татьяна Георгиевна Смирнова.
друзья. Сегодня в нашей встрече будет затронута одна из самых интереснейших тем. Это плеяда блестящих музыкантов, поэтов, художников. Тех, кто родился в знаменательном 1873 году. Действительно, Россия миру подарила замечательных художников, певцов. И я думаю, что вот такой дар, который принесла Россия мировому искусству, это дар особо драгоценный, ибо творчество таких композиторов, как Сергей Васильевич Рахманинов, это действительно драгоценное творчество для всего мира, для всей мировой культуры. Вот сейчас прозвучали две прелюдии Сергея Васильевича Рахманинова для фортепиано из цикла «24 прелюдии». На протяжении всей своей жизни Сергей Васильевич создавал вот эту удивительную музыку. И он очень правильно, четко сказал о себе, что я русский композитор. Моя родина наложила отпечаток на мои взгляды, на мое мировоззрение. Моя родина создала мой мир, внутренний мир. И действительно, я всегда старался писать и говорить очень просто и ясно о том, что чувствует мое сердце. И действительно, муза Сергея Васильевича Рахманинова, она трогает сердца своей искренностью. Это замечательная музыка, построенная, сотканная из драгоценнейших интонаций. Интонаций и народных песен. Интонаций, которых он подслушал в природе. А Сергей Васильевич Рахманинов очень любил природу русскую. Пейзажи. Ведь недаром одним из любимых художников Сергея Васильевича был Левитан, его пейзажи. И кажется, что действительно Сергей Васильевич Рахманинов удивительно умел слышать пейзажи, слышать тишину наших лесов, лугов, полей, ширину ее. И вот вы, наверное, почувствовали в прелюдии, которая вот первая прозвучала, эстурная прелюдия, поразительные вот эти дали необъятные. И когда очень скромная по своей значению природа, где березка где-то на пригорке, вьется речка, и вот эта речка вьется бесконечно. Это нет и конца, и начала. Вот это поразительное движение природы сумел угадать, сумел услышать Сергей Васильевич Рахманинов. И правильно, наверное, сказал композитор Асафьев. Он же был, и вы помните, музыковедом, и он писался даже во всех своих статьях научных и в рецензиях Игорь Глебов. Это был интересный композитор, который оставил тоже значительное наследство музыкальное в виде балетных спектаклей. И вот Асафьев сказал, что поразительно, действительно, вот присущая Сергею Васильевичу Рахманинову лирика такая, лирико-творческая стихия, она дает ощущение раздолья русской природы, русского пейзажа, говора вот этого, и неторопливых течений рек, тишину лесов и полей. И, конечно же, звоны, русские колокола, мощные, от мощных колоколов до серебристых колокольчиков, нежных, вот как во второй прелюдии. Вот эта стихия колокольного звона, присущая только русской жизни, русской вот этой атмосфере,
поразительно именно Рахманинов воплотил в своих звуках. Конечно, можно говорить очень много о Сергее Васильевиче, и мы будем касаться и в других произведениях, и произведениях, которые он посвятил, и которые ему посвящали. Конечно же, мы вспомним, что это была уникальная личность, которая проявила себя не только как композитор, но как совершенно гениальнейший пианист. До сих пор записи Сергея Васильевича Рахманинова, до сих пор его исполнение классики, не только своих произведений, а классики, вызывает ощущение какого-то волнения внутреннего, потому что это сиюминутное исполнение, импровизационное исполнение, и вместе с тем это невероятно рассчитанное композиторским мышлением исполнения. То есть здесь сочетается, он и соавтор замечательной классики, он и исполнитель, который говорит от себя. И тот самый случай, когда в звуке выражен образ, это очень редкое качество, потому что много пианистов хороших, но как слышал и как исполнял Сергей Васильевич Рахманинов классику, таких это единицы. После Листа это был единственный, пожалуй, единственный музыкант, который в полной мере слышал, мог прочесть текст и быть соавтором великого классика. Это было очень высокое исполнительское искусство. А мы можем вспомнить и искусство дирижирования Сергея Васильевича. Здесь все неразрывно, потому что личность, настоящая личность, она обычно проявляется во многих качествах, во многих ипостасях. И вот Сергей Васильевич Рахманинов, дирижер, это особое явление. Потому как, придя в оперу Мамонтова, Савы Мамонтова в Москве, он, конечно, встретился потом с великим Федором Ивановичем Шаляпиным. Это был дуэт уникальный. И вот здесь даже не знаешь, кто был выше как музыкант, кто был ярче, потому что такое единение, такое уникальное партнерство, такой уникальный дуэт, собственно, не знает история. И вот, придя в оперу Мамонтова и увидя, услыша Федора Ивановича Шаляпина, а Сава Мамонтов сказал: «Сергей Васильевич, вы увидите поразительного, гениального певца, вы познакомитесь сейчас с ним, и вы будете рады». И действительно, Сергей Васильевич дружил с Шаляпиным всю свою жизнь. К сожалению, недолго прожил Сергей Васильевич 70 лет, а Федор Иванович Шаляпин вовсе 63 года. И вот всю сознательную, всю, так сказать, начиная с юности жизни, они дружили. Это была уникальная дружба. И Сергей Васильевич Рахманинов говорил, что дружба с Федором Ивановичем Шаляпиным для меня это самое такое тонкое, самое душевное и самое глубокое переживания, которые я испытал в жизни. Но мы вспомним, что Сергей Васильевич Рахманинов, когда он вначале поступил совсем мальчиком в Петербургскую консерваторию, а потом перешел в Московскую, учился у Николая Сергеевича Свирева, в доме которого бывали все музыканты, самые видные музыканты. В то время, когда родился Сергей Васильевич Рахманинов, Петровичу Чайковскому было уже 33 года, это был зрелый мастер. И надо сказать, что вот далее прослеживается удивительная линия или удивительная связь Сергея Васильевича Рахманинова и Петровича Чайковского. Они встретились в доме Зверева, и сразу же Петр Ильич отметил глубокую одаренность, гениальную одаренность Сергея Васильевича Рахманинова. Он сразу его отметил и сказал: это будет великий музыкант. И действительно, вот то восхищение, которое испытал и всю жизнь испытывал Петр Ильич Чайковский, восхищение творчеством, гением Петра Ильича Чайковского, тоже отразилось в его творчестве. Когда Петра Ильича не стало, то в этот же год, в 1893 год, спустя 20 лет, вот 20-летний композитор пишет лирическое трио памяти великого художника, сочинение 9-е. И
там была выражена вся любовь, вся, так сказать, такая, все поклонение перед крупным, замечательным мастером было создано трио. И вот надо сказать, что не случайно в нашей программе сегодня стоит то самое произведение, которое тоже слышал Сергей Васильевич, который очень любил, и фантазию на тему оперы «Евгений Онегин» была сделана в Петербурге замечательной орфисткой Вальтер Кюне, Екатерины Вальтер Кюне, и она сегодня прозвучит. В какой связи? Дело в том, что в 1873 году Петр Ильич Чайковский пишет симфоническую поэму «Буря». И надо сказать, что это было, в общем, одно из таких произведений любимых Петром Ильичем. Он совершает удивительное путешествие. Путешествие по многим городам Европы, при том путешествие с семьей издателя Юргенсона. И он едет в Дрезден, в Люцерну, Женеву. То есть огромное путешествие по Европе совершает. Но что характерно, и это подлинные слова Петра Ильича. После путешествия, подытожит, он стал писать дневники, и именно год 1873, это год, когда начинает вот, собственно, эпистолярное наследие композитора, то есть начинаются вот эти дневники, которые он ведет с перелёвами, но до самого своего ухода, то есть в течение 20 лет. И надо сказать, что в этих дневниках самые драгоценные крупицы разбросаны его мысли, его интересного говора, потому что Петр Ильич очень интересно, он был интересный собеседник и очень интересный писатель, и очень интересно читать эти дневники. Но иногда он с юмором так говорит, вот он ходил по Дрездену, он пишет, мы шлялись по Дрездену, ну красивый, конечно, город, но все-таки вот ощущение некоторой провинциальности осталось у меня от этого города. Красивый город, но вот как-то у меня не очень. Но вот потом, в конце своего путешествия, он подводит итоги, а он побывал и в горах Швейцарии, то есть в таких красивейших местах, уголках Европы. И он пишет вот эти подлинные его слова. О, милая Родина, ты во сто крат краше и милее этих гор и красивых пейзажей. Сердце же сжимается при воспоминании о твоих равнинах, лугах, полях. Ну, впрочем, правильно говоря, что там хорошо, где нас нет. Вот это подлинные слова Петра Ильича Чайковского, которые он записал в дневниках своих. Я хочу, чтобы мы послушали сейчас вот фантазию Екатерины Вальтер Кюне на темы оперы Чайковского «Евгений Онегин». Ну и хочу предварительно сказать, что вот исполнитель очень интересный у нас. Это династия орфистов, очень известных. А родоначальником этой династии, тоже дата очень крупная в этом году, была Ксения Александровна Эрдели. Ксения Александровна Эрдели вот, исполняется в этом году 125 лет со дня рождения. И надо сказать, что в этой семье все, и дочь, и бабушка, и, как говорится, и дети, то есть все абсолютно были одержимы вот этим замечательным инструментом арфы. Ну, вы, наверное, знаете, Ольга Георгиевна Эрдели, известная очень артистка, солистка оркестра, симфонического оркестра, радио, телевидение, долгое время была профессором Московской консерватории. А вот сегодня выступает тоже Эрдели, Ксения Эрдели. Вот в память прабабушки называли тоже Ксения Эрдели, орфисткой. И вот я вам хочу ее представить. Это солистка оркестра под управлением Валерия Полянского, лауреат международных конкурсов, Ксения Эрдели. Поприветствуйте.
сейчас подготовим этот замечательный инструмент, арфу. Недаром на этом инструменте очень трудно играть. Есть такие проблемы большие. Это инструмент диатонический. То есть хроматизмы достигают, ну, кто учится в музыке, знает, что это такое, достигается путем вот педали. Видите, сколько педалей там? И вот при помощи выдвижения педалей можно создать и хроматическую систему. И очень, для композитора всегда очень интересный инструмент, потому что много задач и много интересного можно найти в этом инструменте, в звучании. Я уже не говорю о том, что он, конечно же, царит именно в полном смысле этого слова во многих оркестрах симфонических, камерных. Этот инструмент очень любим. Ну и так мы слушаем. На сцену выходит Ксения Эрдели. Thank you.
Рахманинова. А кто скажет, какие-нибудь произведения мы можем с вами вспомнить? Ну, пожалуйста, смелее. Может быть, симфонические, фортепианные, оперные. Ну, пожалуйста. Вот оперы. Олега, совершенно верно, юный Сергей Васильевич Рахманинов заканчивал консерваторию именно этой оперой «Олега». И эта уже опера была поставлена потом у Саввы Ивановича Мамонтова и имела огромнейший успех. А вот еще есть по опере у Сергея Васильевича Рахманинова, по, допустим, Пушкину? «Скупой рыцарь», правильно, «Скупой рыцарь». Еще, не только Пушкин. Еще одна опера очень интересная у Сергея Васильевича Рахманинова. «Франческа», да? «Франческа Бударки», да. Вот вообще Сергей Васильевич писал, он любил, кроме, конечно, различных составов, инструментальных, у него масса произведений камерных, но он очень тяготел к оркестру, и у него совершенно замечательный, вот как говорят, фортепианный концерт – это ведь соревнование солиста и оркестра. Принцип фортепианного концерта у Сергея Васильевича целых пять. Причем пятый концерт называется «Рапсодия на тему Паганини». Это совершенно изумительное произведение. Сам Сергей Васильевич все концерты, естественно, играл, есть записи. И, может быть, даже несмотря на то, что в то время были технические какие-то проблемы, все-таки записи Сергея Васильевича Рахманинова как пианиста сохранились, и, конечно, замечательные записи. Лучше Сергея Васильевича, пожалуй, никто не играл его фортепианные концерты. А вот мы можем вспомнить еще какую-то хоровую музыку. Есть вот у Сергея Васильевича, может быть, кто-то может вспомнить? Да, «Колокола». Совершенно это кантата «Колокола» по Эдгару По, и притом кантата, где вот вся вот эта красота колокольных звонов, различных звонов, от глубоких колокольных вздохов до вот этих серебристых колокольчиков. Такая колоссальнейшая палитра, интереснейшая у Сергея Васильевича. Это не только просто изобразительный момент колоколов, но там проходит вся человеческая жизнь. И от рождения до ухода, как времена года. И Сергей Васильевич пишет вот эту кантату «Колокола». Это, конечно, совершенно удивительное произведение. Она сейчас иногда звучит, и это очень радостно. Я вспоминаю зал Чайковского. Это было несколько лет тому назад, приезжал внук Сергея Васильевича Рахманинова, и тогда были исполнения именно колоколов. Это было очень красиво, при большом течении народу. Это замечательное было исполнение колокола. Тогда пел еще хороший очень коллектив, академический хор имени Свежникова. И это было впечатляюще. Но, конечно же, можно вспомнить и хоровую музыку, потому что у Сергея Васильевича еще есть дивная совершенно хоровая музыка, связанная с духовным началом, всеночная, да, всеночная тень, которая тоже, к счастью, записана очень хорошими коллективами. И есть записи, есть компакт-диски. Я очень рекомендую, кто не знает этой музыки, обязательно ее услышать. Обязательно, потому что это, может быть, даже не в одной области, как в хоровой музыке, Сергей Васильевич Рахманинов раскрылся вот своей вот этой удивительной русской душой, широкой, нежной, раздольной, и с замечательными интонациями, вот типично рахманинскими интонациями музыки. Ну вот сейчас, поскольку мы слышали фантазию на темы Евгения Онегина, глубоко почитаемого человека Сергея Васильевича Рахманинова, Петра Ильича Чайковского, мы сейчас послушаем строки из
в стихах Евгений Онегин. Вы знаете, вообще у нас возникла такая мысль, и по многочисленным просьбам сейчас очень редко звучит поэзия, русская поэзия. Раньше были вечера в библиотеке Ленина, мы знаем, в разных залах была масса вечеров поэтических. И эти вечера собирали много очень публики. Сейчас как-то эта традиция, к сожалению, большому исчезает. И вот члены клуба наши очень просили, чтобы у нас была постоянная рубрика, поэтическая постоянная рубрика, где звучала и русская, и самая лучшая страница поэтического мира. И вот сегодня мы продолжаем. И поскольку у нас звучала Афа, и звучали фактически замечательные темы Евгения Онегина, мы попросили сегодня продолжить чтение глав Евгения Онегина. Я приглашаю на сцену артиста Андрея Гетмана. В одни веселья и желаний я был от балов без ума. Вернее, нет места для признания и для вручения письма. О, вы, почтенные супруги, вам предложу свои услуги. Прошу мою заметить речь, я вас хочу предостеречь. Вы также, маменьки, построже за дочерьми смотрите вслед. Держите прямо свой лорнет. Не то, не то, избави Боже. Я это потому пишу, что уж давно я не грешу. Забавы я много жизни погубил, но если б не страдания нравы, я балы до сих пор любил. Люблю я бешеную младость и тесноту, и шум, и радость, и дам обдуманный наряд. Люблю их ножки. Только вряд найдете вы в России целой три пары стройных женских ног. Ах, долго я забыть не мог две ножки, грустные, охладелые, и я все их помню, и во сне они тревожат сердце мне. Когда и где, в какой пустыне безумец их забудешь ты? Ах, ножки, ножки, где вы ныне, где мнете вешние цветы, взлелеяны восточной неги, на северном печальном снеге вы не оставили следов, любили мягких вы ковров, роскошное прикосновенье. Давно для вас я забывал и жажду славы, и похвал, и край отцов, и заточенье. Исчезло счастье юных лет, как на лугах ваш легкий след. Дианы грудь, ланиты, флоры прелестны, милые друзья. Однако ножка терпсихоры прелестней чем-то для меня. Она пророчествуя взгляду неоцененную награду влечет условной красой желаний своевольный рой. Люблю ее, мой друг Оливина, под длинной скатертью столов, весной на мураве лугов, зимой на чугуне каминов, на зеркальном паркете зал, у моря на границе скал. Я помню море пред грозою, как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою, с любовью лечь к ее ногам. Как я желал тогда с волнами коснуться милых ног устами. Нет, никогда средь пылких дней, кипящей младости моей, я не желал с таким мучением лобзать уста молодых армид, или розы пламенных ланит, или персы полные томлений. Нет, никогда порыв страстей так не терзал души моей. Мне памятно другое время, в заветных иногда мечтах держу я счастливое стремя,
и ножку чувствую в руках. Опять кипит воображение, опять ее прикосновение зажгло в увядшем сердце кровь. Опять тоска, опять любовь. Но полно прославлять надменных болтливой лирой своей. Они не стоят ни страстей, ни песен ими вдохновленных. Слова и взор волшебниц сих обманчивы, как ножки их. Несказанное, синее, нежное, тих мой край после бурь, после гроз, и душа моя, поле безбрежное, дышит запахом меда и роз. Я утих, годы сделали дело, но того, что прошло, не кляну. Словно тройка коней оголтелая проскакала во всю страну. Набрили кругом накопытели и пропали под дьявольский свист. А теперь вот в лесной обители даже слышно, как падает лист. Колокольчик, дальнее эхо ли, все спокойно впивает грудь. Стой, душа! Мы с тобой проехали через бурный положенный путь. Разберемся во всем, что видели, что случилось, что стало в стране. И простим, где нас горько обидели, по чужой и по нашей вине. Принимаю, что было и не было, только жаль, на 30-м году слишком мало я в юности требовал, забывая в кабацком чаду. Но ведь дуб молодой, не разжелудясь, так же гнется, как в поле трава. Эх ты, молодость, буйная молодость, золотая сорви голова. Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек легкая стая замиранием летит на звезду. Я сегодня влюблен в этот вечер, близок сердцу желтеющий дол. Отрок и ветер по самые плечи заголил на березке подол. И в душе, и в долине прохлада, синий сумрак, как стадо овец, за калиткою смолкшего сада прозвенит и замрет бубенец. Я еще никогда бережливо так не слушал разумную плоть. Хорошо бы, как и ветками ива, опрокинуться в розовости вод. Хорошо бы, насток улыбаясь, мордой месяца сено жевать. Где ты? Где моя тихая радость, все любя, ничего не желать? Сергей Александрович Есенин уже целый месяц находился в Америке. С Америки он пишет своему другу в Москву. За целый месяц я здесь не видел еще ни одного человека. Здесь людям всю душу вылил доллар. Они погружаются в свой бизнес и кроме него ничего не видят. После этой поездки Есенин написал поэму «Страна негодяев».
Вся Америка — жадная пасть, но Россия — вот эта глыба. Мы, конечно, во многом отстали. Материк наш лес, степь да вода, из железобетона и стали там построены города. Вместо наших глухих раздолий там на каждой почти полосе перерезано рельсами поле цепью каменных рек шоссе. И по каменным рекам без пыли, и по рельсам без стона шпал, и экспрессы, и автомобили от разбегов бензином мыли мчат, секундой считая доллар. Места нет здесь мечтам и химерам, отшумело тех лет пора. Все курьеры, 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 маклера, маклера, маклера. От китайца и до еврея, проходимец и джентльмен, все в единой графе считаются одинаково бизнесмен. А цилиндры, шапо и кэпи, дождик акций свистит и льет. Вот где вам мировая биржа, вот где вам мировое жулье. Если хочешь здесь душу выржать, то сочтут или глуп, или пьян. Вот она, мировая биржа, вот они, подлецы всех стран. Есенин – прямой наследник и продолжатель традиции Александра Сергеевича Пушкина. И вы чувствуете в этих стихах слог его, удивительный, напоенный родиной слог, напоенный всеми интонациями русскими. Это действительно, как вот и Сергей Васильевич Рахманинов мог Сергей Васильевич Есенин сказать: «Я русский поэт». Это действительно так. Но, говоря о творчестве Сергея Васильевича Рахманинова и говоря о том, что поразительное хоровое творчество, мы не можем не вспомнить произведения камерные. Вот мы начинали сегодня встречу с 24 прелюдий фортепианных. Но романсы Рахманинова – это совершенно особая область творчества. Опус 308, например, который был создан в 1916 году и явился последним из вокальных сочинений, был написан на стихи поэтов-символистов. А мы можем вспомнить, кто это были поэты. Андрей Белый, Фёдор Сологуб, да? Александр Александрович Блок. И вот поэт Валерий Яковлевич Брюсов. Валерию Яковлевичу Брюсову на его стихи создана одна часть из вот этого цикла, который называется «Крысолов». И надо сказать, что вот, к сожалению, Валерия Яковлевича Брюсова мы как-то очень редко читаем, мало знаю. А это замечательный, яркий поэт. Притом, я должна сказать, что не только стихи, не только поэтические крупные формы. Это яркий публицист еще к тому же. И именно Валерий Яковлевич родился в этом знаменательном 1873 году, в год рождения Сергея Васильевича Рахманинова, Федора Ивановича Шаляпина, Антонины Васильевны Неждановой. Вот Россия подарила миру совершенно замечательные имена. Но, конечно, как каждый композитор,
Он не может не посвящать кому-то произведение. И вот мы говорили о том, что Сергей Васильевич посвятил Петру Ильичу Чайковскому, когда он ушел в 1893 году, юридическое трио памяти Петра Ильича Чайковского, памяти великого артиста. Но это, естественно, всегда композиторы последующих поколений находят что-то близкое, созвучное своему творчеству и как бы обращаются к ушедшим именам. Вот так возникла мысль написать цикл романтических посланий. Ну, как письма, а здесь послания музыкальные. Так у меня возник такой цикл романтических посланий разным композиторам. Это послание «Шутка», послание «Шутка» Вольфганга Амадея Моцарту. Это послание ария-вокалист Сергею Васильевичу Рахманинову. Это романтическое послание чешскому гениальному композитору Антонину Дворжику. И, конечно же, послание Сергею Сергеевичу Прокофьеву. Вот у меня это такой большой цикл. И завершается вот как раз посланием Сергею Сергеевичу Прокофьеву сочинение, которое называется «Концерт-симфония для виолончели и камерного оркестра». Но вот мне хотелось бы, чтобы вы послушали одну часть этого цикла романтических посланий сегодня. Меня вдохновил очень интересный дуэт, который, ну вот, во всяком случае, я искала в литературе подобие, не нашла. Для виолончели и рояля пишется очень много литературы, очень много разной музыки. А вот для виолончели и арфы практически ничего нет. И так возникла идея написать именно для виолончели и арфы. И вот это сочинение, которое вы сейчас услышите в записи, оно было написано именно для виолончели и арфы, для замечательного дуэта, который, кстати, вот скоро будет выступать с оркестром у нас здесь в Союзе. Это Нина Гвомичава, арфа, и Николай Солонович, солист виртуозы Москвы, вот оркестра Юрия Башмета, Николай Солонович, виолончель. И послание Сергея Васильевича Рахмана называется «Ария вокалис». Я попрошу записи. Thank you.
хочу вам напомнить. У нас в конце года, в апреле месяце, состоится второй фестиваль, где участвуют члены клуба «Весенние голоса». Значит, пожалуйста, в марте месяце подавайте заявки. Дорогие друзья, я хочу вам представить нашего гостя, народного артиста Советского Союза, лауреата многих государственных премий, солиста Большого театра России, человека, который в течение многих-многих лет сделал известным Большой театр. И впервые, так сказать, это имя заблистало. Это Иван Иванович Петров Краузе. Мы имеем счастье, вот видите уже который раз, в наших музыкальных встречах Иван Иванович с ним беседовать. И счастливо, потому что Иван Иванович прожил в искусстве огромную жизнь. И проживает ее, потому что с Большим театром до сих пор связана, безусловно. И жизнь, которая была насыщена массой интересных встреч, гастролей, поездок, общений. То есть богатая впечатлениями, очень богатая впечатлениями жизнь. И мы сегодня с Иваном Ивановичем немножко побеседуем и о его творчестве, и о творчестве корифеев наших, корифеев вокального искусства, которые родились именно в этот знаменательный год, 1873. А сейчас мы отмечаем 130 лет со дня рождения Рахманинова, Шаляпина, Неждановой, Энрико Корузо, причем Корузо – это гордость Италии. И мы, конечно, уже не имея возможности лично знать этих больших мастеров-художников, мы имеем единственное документальное свидетельство их записи. И вот к записи мы сегодня обратимся, потому что, слава Богу, что в те годы была возможность хоть как-то записать на носители. И вот хорошо, что эти записи сохранены, почищены, и мы можем наслаждаться и понимать, какое значение, какое величие действительно таит в себе каждый из этих художников. Ну вот сейчас, я думаю, Иван Иванович, Энрико Корузо настолько богатая личность и настолько богатейший голос Италии, это можно даже сказать символ самой Италии, что мне хотелось бы все-таки начать послушать Энрико Корузо, чтобы уже все услышали, о чем мы потом будем говорить. Но я должна предварительно сказать, что вот запись, то произведение, а именно романс «Немарина» из оперы Доницетти, Гаэтана Доницетти, «Любовный напиток», вот это является как бы визитной карточкой. Это произведение Энрико Корузо и еще одно произведение, как бы созданное именно, вот слилось с ним. Это произведение «Паяцци» Ранкавала, где Ариозе Каньо даже вот просто пели на улицах Италии и считалось, что это вообще слитные два образа.